немножко походили, холодно, блядь. Все, приехали на вокзал. Сейчас заберем свой багаж. Время у стекло. Поедем во вкусную точку. Пойдем еще на ВДНХ, бургер съел. Вот. Ну, нам нормально. Я сейчас съела креветки, а не по бургеру. У нас до поезда время еще. Сколько? Еще 2 часа, да? Ну да. Так что сейчас потусуемся где-нибудь часочек. У меня герпес вылез вчера после этого морского путешествия по речке, вернее. Вообще надо будет это. Таблетку я уже выпила. Где-то здесь болит вот. Да, вот здесь вот она. Болячка. Сейчас пойду с Завираксом намажу в туалет. И еще под губой там. Короче, продул меня вчера на этом теплоходе. Сколько мы пришли? Нормально. Сколько? 10 минут осталось. Давай. Поезд у нас через 2,5 часа. О, еще 3 часа, что ли? Ну ладно, лучше раньше, чем опаздывать нафиг. Все, намазала свою губу, блин. Лицо что-то горит. Что такое? У меня нету. В общем, ждем. Тут написано, что нам надо. Наш рейс, а нашего рейса не вижу. 22:30 какой-то есть. А с какой рейс, не помнишь номер? Короче, нам уже 2 часа. О, прекрасно. Может, мне тоже воткнуть, зарядить? Так, вот двухэтажный. Вот первый. Какой вагон? Первый вагон. 10-е место. Второй вагон. Какой? Второй вагон. Второй вагон? А это первый? Вот, в общем, ребята, мы на таком двухэтажном поедем. Не на таком, а вот на таком высоком. Во. Фига, махина такая. Пусть. Прикольно. Новые ощущения, ребята, у нас. Сколько ты заплатил за троих в одну сторону? 8 в одну сторону. Туда обратно 16. Сверху там, видишь? Там, кстати, душ, туалет, да сюда. Блин, стоять только еще долго, наверное, придется. Ну, тут все распечатали, видите? У каждого тут свой. Видите? Леша свой, подписали. Чтоб не запутаться, блин. Тут поезд уехал уже. Рядом стоял. Куда-то убежал. Там надо было пройти по низу, можно было. Туалет снизу. Идешь, спускаешься на туалет уже. Включи свет. Хлоркой пахнет. Где свет включить? Включи свет. Погоди ты, мое. Мое, твое. Свет включи. Темень какая-то. Не знаю, щик. Выключатели. А еще есть? Что-то темно-то. А вот, вот это что-то звук какой-то. Я не знаю, у нас что-то свет не включает. О! Такие маленькие светильники. Надо сначала чемодан убрать вниз, наверное. Вот Леша идет. Как бы никого не подселили, а, пожалуйста. Было бы круто. А? Было бы круто, если бы никого не подселяли. Хорошо, хорошо. Я буду целое внизу. Целое купе у нас. Я сверху буду. Я бы хотела, конечно, тоже снизу. Если никого не будет, я снизу лягу.
Если никого не подселят. Если, конечно, подселят, то придется наверх переться. В потолок упираться головой. Давай сейчас чемодан уберем вниз. Куда сели-то? Ну ладно. Спокуха, братуха. На. Давай документ тоже. Что тут? Зарядники есть? Да, есть внизу. Вешалки даже есть, ребята. Крутяк. С окна ничего не видать. Там видать что-нибудь? Что такое? Кнопочка красненькая. Чё? Розетки. Раз, два, четыре. Нормально. Где четыре? Ну, там еще две. А где мое место 110? Да ладно, потом разберемся. Нет, просто понять надо, где нижнее, какой номер. Мое, посмотри, какой номер. Это ли вот это? А здесь нумерация где, кстати? Нумерация где? Смотреть. Тут нету номера. Какой из них? Какой это? У меня 107. У меня 111, видимо. А это какой номер? 112. А где написано? А где номер-то? Написано. А, 109-112. А непонятно, где верх, где низ-то. Ну понятно, здесь-то где написано. Здесь должны быть номера, а здесь их не вижу. Как мы будем разбираться? Ну ладно, разберемся. Одно нижнее, факт что. Ладно, давай. Ребята, вот наше купе, пока никого нет, и слава богу. Может быть, даже вообще нам повезет, мы поедем втроем. Было бы замечательно. Я бы тут снизу, Леша, тут и ра-та-та. А Артему все равно сверху тра-та-та. Здесь вот такая перегородочка, чтобы он не выпал. Не выпал, чтобы. Ты только не разувайся, спи в кроссовках, пожалуйста. Да будет такой фан сейчас. Фан-фан, блин. Мы тут сейчас задохнемся. Сейчас кого-нибудь потеряем, вообще задохнемся. Так что вот, а где лестница, как подниматься? А вот эта лестница? Вот это, а вот это что такое? Вот эта лестница есть. А как ей пользоваться? Ну-ка, нажми-ка. По голове никому не залетит? Не должна, наверное. Это к нам? А, это лестница? Ну, это, Артем, тебе. Помощь. Ой, музыка какая классическая играет, ребята. Какой у нас место? 112. Да какая разница, какие у тебя места? По этим видно. Кого подселит, подселит вот рядом. О, здесь вот все видно сейчас. Все видно. Давай. Так, а здесь вид, давай-ка зафотаем. Ой, а это кто такой? Королев Иван. Это кто? Начальник поезда. Понятно вам, ребят. Товары в дорогу. Что это такое? Чаек можно? О, нифига себе тут сервис. Чай 30 рублей хоть, слава богу. Кипяток бесплатно. Как ей нравится. Сливки 20 рублей. Десерты 70 рублей. Снеки. О, Дошик твой любимый. Так, что тут? Напитки, товары в дорогу здесь еще можно. Пассажирский санитарный набор 600 рублей. Ну, я подготовилась, мне ничего не нужно. Подушки, тапочки даже можно. Кстати, у меня тапочки надо доставать сейчас. Я буду в тапочках спать. Ой, спать, ходить. Смотри, какие красивые стаканы здесь. Подстаканники. Открой двери. Чем? Маленько открой. Подстаканники. Ой, извините, что мелкое. Дальше тут колокольчик. Вот так постоянно будет. Интересно. Дальше. А тут можно проветрить, что-то душно так? Вздохнемся тут спать. Так, прятки. Бортик защитный для поезда. Вот, чтобы не выпустить. Кто боится, смотри, вот что есть. 2000 рублей. Сколько? 200 рублей. А кого там? 2000 рублей вот такая штука стоит. Вот. Все, на этом приехали. Нету закрывашки для окошка. И нету здесь окошка открывать никак. А это что такое? А газеты, журналы. А, ну сейчас твои, давай трусы. Блин, ты жарко, как проветрить? Вентиляция есть? Ну, да, вот именно, сейчас мы тут все умрем. Давай откроем. Я подселил девушку. Молодую девушку там подселили. Леша там, где тут туалет? Вот здесь туалет, вот он. Сейчас сниму. Значит, вот туалет, умывальник. И здесь еще один. Бумага. Хлоркой пахнет. Здесь зеркало есть, смотри-ка. Зарядить можно, может быть, феном использовать. Это что, не знаю. Это отходы. Бумага, стекло, металл, пластик. А это что? Ой, сорян. Уходим. Не знаю, уходим. Я что-то не то дернула.
Там, походу... Ой, а что такое? Там, походу, душ какой-то на кабинке или нет? Там душ или что? А? Душ-то где? Я не пойму, где душ. Мне вот интересно, душ где? Вот это, наверное. А, нет, это тоже туалет. Там женщина стоит. Может быть, где-то душ есть? Ну, давай. Что интересно, да нет там, наверное. Нет, там то же самое. Другой вагон. Пошли туда, встань где. Точки какие-то. Тоже туалет, видимо. А? Не знаю, где кипяток. Спросить надо было. Спроси у проводника, вот же сидит проводник. Обшел ты. Вот спроси, сидит же человек. Спроси, где кипяток набрать. Нет никого? Вообще непонятно, где кипяток. А? Пошли вниз. А что там пойдешь? Деньги с подсветкой. Кипяток мы не нашли. Здесь зеркало какое-то. Конечно, останки. Правда, свет ничего не видно, отсвечивает. Ты сидишь, ты ложись. А что, лежит, у тебя какая-то простынь? Что это такое? Что простынь? Я не знаю, что это за простынь. А это, походу, на простынь. Стой. А у меня что, нету такой? У тебя же, ты же на ней спишь. Белая. А, мне уже здесь застелили, что ли? А, понятно. Что, не видно? Ой. А, ребята, всем привет. Попутчица ушла. Кофе взяли вот. В ванну ушла. Мы не взяли, это ее кофе. Принесли ей кофе, она ушла. Наша? Нет, Леша. Не свисти, а ваша. Ваш чай вчерашний, сэр. Взял сейчас 3 кружки чая зачем-то. Я воды мне только попить. И это самое. В общем, мы через 30 минут уже подъезжать будем. Надо идти, короче, мазать мне свой герпес. Фига, у меня шишка-то выросла, офигеть. Вот, выпить таблетку мне надо. И, в общем, умыться. И поссать. Без подробностей. А что там за QR-код, что ты обратил внимание? Вот что там написано? Не знаю. Вот. Все, прибытие у нас сейчас. Спалось, ну, такое себе, знаете. Сада спала, не выспался, фига. Хоть охота. Вот Батонов. Бургер Кинг. Король бургеров лежит. Король бургеров. Вкусная точка, блин. Капец, блин. Он там прописался, мне кажется, уже. Вот, кстати, насчет того, что поезд отличается от обычного, знаете, вот так сильно так ту-тух-ту-тух, вот этого нету, и приятно так покачивает, как в люльке, мне понравилось, да? Такое нежное покачивание, мне нравится. Уже солнышко, надо одевать куртку, потому что я вчера так замерзла. Так что ладно, пошла я. Время 6:40. Артема сейчас... Ну, встал, пошел в туалет, расскажи историю. И говорит, блин, а как кран включается? Я, говорит, не понял. Я, говорит, его кручу, он не включается. Там же нажимать надо его. Нажимаешь, он не включается. У меня губы красивые, капец. Леша мне говорит, ты, говорит, накачал их, что ли, успела? Я говорю, конечно, с маской приедешь, накачаешь. Так что вот, уже архитектурное здание красивое, как вот впереди. Фоткайся. Вот мне только сейчас фототься, реально. Еще прыщ тут какой-то. Ё-моё, вообще, короче, потрепала меня Москва изрядно. Памятник прикольный. Мама снимает ребенка на телефон. Ребенок гладит собачку. Мы опять решили сдать в камеру хранения.
на 6 часов, до 3 часов в день пошатаемся. Заселение просто после 2 в квартиру. Хозяйка сказала, выселяются, ну, стандартно. Мы хотели пораньше, но не получилось. Поэтому решили в камеру хранения сдать, чтобы не бегать с чемоданами. И дальше пойдем гулять по городу, наверное. Что-нибудь посмотрим.